решила попробовать. Думаю, обычно я кружиться не могу. Один круг. Это я... там может, потому что ваше внимание отвлечено. Да, я прошлась, но это я все сделала первую в одну сторону, в другую, как положено или не положено. Но дело в том, что мое состояние тут же изменилось. Если вчера я вот эта доминанта мне не давала покоя, мне дыхания здесь не хватало, мне было больно. Вы довели до пика напряжения, потому что когда вы начали кружиться, вы напряглись еще больше в этот момент, а после этого упало напряжение. Да, и у меня теперь, я даже сегодня состояние свое удивлено. Если вчера я еще пошла к врачу, думаю, вот на днях у меня состоится такое, что решительное, что как мне это пережить, как мне это пройти, думаю, мне нужно к врачу хоть успокоительный какой или что. Вчера я не смогла попасть. Но вот после этого вчера вечером сделала, сегодня утром я снова пошла. Пошла к врачу. Я сижу там, я даже не знаю, чего я пришла. Я спокойная, я настолько спокойная. Я к врачу зашла на прием. А врач у меня спрашивает, а зачем вы ко мне пришли? А у меня даже никаких лишних мыслей. И меня даже не особо даже тревожит уже то, что вот через несколько дней там будет что-то такое. Меня даже нисколько это не тревожит. А я думаю, правда, что же я ей скажу-то? Вот оно у меня вот таким образом снялось, вот это напряжение. Правильно, потому что вы до пика его довели за счет кружения. Потому что когда вы начали крутиться, у вас было беспокойство, что будет дальше, но вы стали крутиться, пик прошли, и поэтому наступило хорошее состояние.